Усім доброго міжнародного ранку, бо сьогодні ми будемо вести бесіду з директором Літовської гімназії. Знайомтесь, пан Вітоутас. Доброго ранку. Здрасте. Дуже приємно вас бачити у нас в Краматорську. Який день тут знаходитесь? Ми вже п'ятий день. То є міжнародний проєкт обміну опиту, так? Обміном опиту. Між директорами та учнями. Скільки вам років? І ще не пенсіонер. Угу. І ще ні. А який у вас пенсіонний возраст? 65 лет. Чим ви заробляєте гроші? Ми задаємо питання всім, хто приходить к нам в гості. Я можу відповісти дуже коротко, але точно. Умом і язиком. Зрозуміло. Закрив рот і робоче місце убрано. Телебачення або інтернет сьогодні? Телевидення. По телевидению я вижу глаза, я вижу человека, я знаю, как говорит его сердце, как он выглядит, как он смотрит, как он слушает. В интернете только знания. Там нету человека. Там знания, факты, интерпретации. Но мне очень надо, чтобы я чувствовал самого человека. У чому щастя сьогодні для людини? Для мене, може бути, це здоров'я, сім'я, робота. Другому, мабуть, тільки здоров'я, яке лежить в лікарні. Той, який водить свій бізнес, мабуть, думає, дай Бог, щоб договори виконувалися. Так що дуже-дуже трудно відповісти. Дуже важливий питання. Работа начинается в 8. По некоторым дням я имею уроки, я преподаю политологию. Обеденный перерыв. Ну, конечно, документов очень много. Очень много. Встречи с ребятами, с учителями, с бухгалтером, с замами. Мой рабочий день в школе заканчивается примерно в 4-5 часов вечера. Но это не работа заканчивается, заканчивается только работа в школе. Мой рабочий день заканчивается где-то 8-9 вечера. Що треба, щоб зробилося, щоб ви визвали в школу родичів, учня? Если он станет чемпионом Олимпийских игр, я вызову тогда и родителей, их поздравить. Вы политолог, это дуже гарно видно. Очень важно, чтобы пошел процесс демократизации в школах. Что вы имеете на увазе? Я имею в виду отношения между учениками и учителями. Между учителями и администрацией, между самими учителями, что мы тут подметили. Тут нужно будет время и терпение. Второе – это индивидуализация, которая тоже ведет к демократизации. Если я знаю, с кем я работаю, то есть и своих коллег, и я мои познания этого человека, ученика, который сидит у меня на уроке, это второй шаг к демократизации. Третье – это, наверное, интеграция. Интеграция не только предметов, но если школа имеет свою какую-то цель, очень важно, чтобы весь коллектив, то есть и администрации, и школьники, и учителя, и родители знали, куда идет школа, и всем дружно надо к этому стремиться. Чи є у вас в гімназії така ціль? Я ще і закончу. І четверте, это гуманізація, которая в вашем состоянии, в нынешнем состоянии, я думаю, очень-очень важна. Гуманізація отношений. Все-таки надо понять, что те машины, те бомбы, те истребители и так далее,
изготавливает человек. И если на первое место мы поставим не машины, которые разрушают, а человека, который управляет и делает, он принимает решение, я думаю, что все будет хорошо. Я не хочу говорить об этой школе, но вот вообще такое чувство, очень все серьезные, и самое обучение такое принимается или воздается как очень трудное, важное мероприятие, как у нас как-то с улыбкой смотрим мы на это, и урок это, да, встречаемся и работаем. Но нет таких частей уроков, например, тут план, сейчас будем то делать, сейчас то. Mm-hmm. Как-то проходит весь процесс немножко полегче, и отношение от этого только улучшается учителя и учеников. Так, тобто вони нікуди не поспішають, і тому їх відносини не страждають від цього. Да, да, да. Наша цель в школі, в гімназії, вже 25 лет, практически цитата, формувати гуманістичне отношення к свободі, к самому «я», национальной и мировой культуре. 4-3 такие части. Литва так далеко, но я все знаю, что происходит в школе. Угу. Так как у нас есть электронный дневник, я имею код, я подключаюсь, я знаю, какие уроки, кто не пришел на уроки, как провели, какие оценки получили, какие домашние задания. Навіть це ви знаете, навіть це ви можете прочитати в таблице. Да. Как проходят занятия, кто не пришел, какие уроки, заболела ли учительница. Вся эта информация у меня есть. Коли вчитель говорить: «Так, Петро, слухай мене уважно, або я тебе вижену». Це якось розходиться з мнением гуманізації? Конечно, если сиди и меня слушай, это уже не гуманізація. Угу. Это уже диктатура. Я тут старше, ты должен сидеть, и ты должен обязательно меня слушать. Есть такие настроения, я знаю, и у нас есть, и у вас есть. И все время так, ну, соскакивает такая мысль, что я очень хорошо работаю, но вот эти дети, понимаешь, какие они, а еще родители их, а почему я не спрашиваю, а почему им не интересно? А что случилось? Что мне делать, чтобы им было интересно? Ситуация та же самая, но вопросы совсем другие. Хочу задати питання про домашнє завдання. Як це працює у Литві? По нашим нормам домашні завдання не повинні бути длиннее, ніж 2,5 часа. Дуже важливо зараз орієнтуватися, що відбувається вокруг. Знання ти можеш знайти дуже швидко, по інтернету посмотрел і все ясно. А от отношення з окружаючою середою в інтернеті ти не увидиш. И опять возвращаюсь к нашей вот этой цели. И мировая культура, и народная культура. А что там есть? Какие ценности у нас будут? Вот главное. Велике спасибі вам за ці слова. З нами сьогодні в Елбесіду директор гімназії у Литві пан Вітоустас. Да. Спасибо. Спасибі вам велике.